боем сразу же начинаются исторические экскурсы, динамётки по полюбовном разделе территории, пишет автор статьи. Слово «Крым» станет ругательством. И те, кто вчера кричал, что он наш, начнут объясняться и оправдываться. Это высказывание на российском оппозиционном сайте «Снова» принадлежит журналисту, режиссеру и телепродюсеру, а в прошлом депутату Госдумы Александру Невзорову. А цитирует его украинская газета «Факты и комментарии», которая знакомит читателя с размышлениями бывшего российского политика о нынешних днях. В частности, о российской пропаганде.